16 июля 2023 год. Афоризм на сегодня будет такой. Светлому будущему многие предпочитают синее настоящее. Написала 14 апреля 2010 года этот афоризм. Ну, в общем-то, про алкоголь как раз у меня достаточно афоризмов по понятным причинам. В связи с моим нездоровым образом жизни, что там есть. Мужчина бывает пьющий, мало пьющий, и мало того, что пьющий. Хороший, по-моему, афоризм, хохма. Водка — это зло, каких мало. Причем всегда мало. Иногда и алкоголь позволяет принять трезвое решение. Много. Ну, в общем, на сегодня по дате попал такой афоризм. Светлому будущему многие предпочитают синее настоящее.